делать? С размаху начинаю. Нет, снизу вверх. Попробуйте, снизу вверх. Танец зимой. Впечатляюще. Валентин Трифонов, Центральный комитет Коммунистической партии. Решил лично познакомиться с человеком, благодаря которому чуть не распался Советский Союз. Что, простите? Игра ваша. Госслужащие по всему Союзу играли в нее часами. Ну, как следствие, ничего не делали. Пришлось разработать программу блокировки на всех компьютерах. Слышал, вы продали права на игру Западу? Доход уже какой-то есть? Вообще сложно поверить, что игра настолько здесь популярна, там не зарабатывает ни копейки. Кто-то врет. Пап, можно мы продолжим играть? Сейчас. Прошу прощения за беспокойство. Еще раз примите мои поздравления. Вы их заслужили. Mr. Maxwell, Valentin Trifonov, Central Committee of the Communist Party Department of Foreign Trade, welcome to Russia. My father told me to expect Gorbachev. You are not Gorbachev. And you're not your father. You're here for Tepsis, yes? Let's see what we can arrange. Этот идиот действительно вор. Посадите его. Другие покупатели уже здесь. Держите их отдельно. Мы побьем этих капиталистов, вы же собственная игра.